Какая наглость. Ну, вообще, в следующий раз на коленях будут умолять, я не соглашусь. Идиотка доверчивая. Ирина Анатольевна, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, я вас умоляю. Мне нужно срочно. Но я-то здесь срочно. А ты-то где? Ирина Анатольевна, здрасте. Вы, извините бога ради, и вы, с Рождеством вас. С Рождеством, всю Рождеством. Ночь работал, понимаете ли? Какое совпадение. Я тоже всю ночь работала до утра. Возьмите. Огромное спасибо. Ирина Анатольевна, умница, замечательная. Ну же, Вот у меня, вот он. Пожалуйста, вот. Можете, как договаривались, можете не пересчитывать. Нет, я пересчитаю. Вы никуда не собираетесь, нет? Собираюсь. В магазин за картошкой. Вот и хорошо. Ирина Анатольевна, вот. Что это? Это новая работа. Это очень срочно и очень важно. Нет, ни за что. Это мое мнение. Что? Двойная оплата. Только так. Ну, вы знаете, мое мнение. Я должен посоветоваться с начальством. Ну как? Советуйтесь. До свидания. Это очень срочно. Я согласен. Я согласен. Я прошу вас, за такие деньги, пожалуйста, отредактируйте мне текст и привезите его домой. А стриптиз на дом не нужен? Вы шутите. Мне сейчас не до шуток. Ирина Анатольевна, все остальное серьезно. Мы встречаемся здесь завтра. В это же время. И не опаздывать. Вот в это. Ну что вы, я не опоздаю. До свидания. Спасибо огромное. Ирина Анатольевна, до завтра. До завтра. Простите, а что случилось? Да все хорошо, дочка. Что, она заболела? Хуже. Замуж вышла. Ну, я вас тогда поздравляю с этим счастливым событием. Возьмите. Зачем? Какое счастливое событие? Если зять мне в дедушке годится. А может, у них любовь? Ой, да какая любовь-то? Ой, околдовал он мою девочку. Ой. Старый. Лысый. Такой сморщенный. И вот с таким животом. Теперь она тоже животом. Ой, а как я его встречала, привечала. Вот такими вот корзинами продукты ему носила. А как же? Дочка с репетитором занимается. В институт готовится. Ей витамины нужны, калории. Сейчас-то точно нужны. Ну, надо было контролировать, наверное. Да какое контролировать? Да у них такая конспирация была. Да? Шпионы, и те позавидуют, да. Знаки. СМСки, условные звонки. О, кстати, вы видели, картина такая была, как там молодая невеста венчается со стариком. А, это? Не помню, как называется. Неравный брак называется, она в Третьяковке висит. Взвесьте, пожалуйста. Вот, так вот, про эту картину. Сейчас, яблочки любите, да? Так вот. Художник там всех нарисовал, всех, и даже себя нарисовал, горем убитого. Но одного человека на этой картине нет. Меня, матери, у которой старик увел
юную дочку, вот. Да, любовь зла. Ой, что это? Ой, домофон сломали маньяки. Если это не я. Ну, а кто? Серый волк. Ну, почему ты не спрашиваешь, кто это? Ты думаешь, еще кто-то использует азбуку Морзе, когда в дом заходит? Не знаю. Может, ты заболела? Почему ты в пижаме? Какая-то вялая. Нет, не заболела. Мам, ну просто завтра Рождество. Ты слышишь вообще слово-то какое волшебное? Рождество. Ну и что? Ну как ты что? Ну, Рождество всегда происходит что-нибудь неожиданное. Чудеса какие-нибудь. Так, платье или дискетка? Ой, файлы просмотреть нужно. Платье дошить. Я открою сама, хорошо? Если это твои подружки, я тебя гулять не пущу. У тебя завтра экзамен. Вообще, черти что, а? Ну как могут родители накануне экзамена отпускать детей гулять? Сами не занимаются и другим не дают. Ты слышишь, что я тебе сказала? Если это твои подружки, я тебе гулять запрещаю. Может быть, ага. Ну-ка. Так, нельки. Так, мы здесь подпорим. Вот, аккуратненько. Там будет отлично. Хорошо. Доброе утро. Вы кто? Познакомьтесь, это моя мама. Ее зовут Ирина Анатольевна. Вот, а это Юний Маркелович. Маркелович. Вот, мой репетитор. Кто? Репетитор мой. Какой репетитор? Зачем репетитор? Ну, мам, мы будем с Юнием Маркеловичем заниматься. Географии. Да. Дочка с репетитором занимается. Лысый. В институт готовится. Такой смущенный. Теперь она тоже животом. Вы пока тут познакомьтесь, а я сейчас. Очень приятно познакомиться. Что с вами? Вам плохо? У меня в глазах темно. И в ушах звон. Это первые признаки гриппа. Вы знаете, мы вам не будем мешать. Мы позанимаемся в другом месте. Настя! Да, мам, что случилось? Подожди, а где ты там ходишь? Ну, мам, я пошла чайничек поставить. Ну, подожди, а зачем нам нужен чай? Мам, ну, гость пришел. Закон гостеприимства еще пока никто не отменял. А вы садитесь. Как там погода? Тепло? Нет, жуткий холод. Птицы на лету мерзнут. Что вы говорите? Угу. Настя, а где мы будем заниматься? Здесь. Ну, мы будем заниматься здесь, в этой комнате. Все вместе. Вы же болеете, у вас грипп.
Я не могу позволить себе такую роскошь, как заразиться и заболеть. Вот. Послушайте, а вы не бойтесь. Вы знаете, моя болезнь, она, честно говоря, ведь не передается воздушно-капельным путем. У меня просто ноги не ходят. Мам! Я никогда не вру. Мам, ты же... А что ты стоишь, как соляной столб? Ну, ты же никогда не... Иди, иди! Ну и чем вы собираетесь заниматься с моей дочерью? Страноведением. Чем? Так раньше называлась экономическая и физическая география. А вы считаете, что это сейчас нужно? Плохо, когда человек не знает о той стране ничего, куда он едет. Не знает ни климата, ни особенностей, ни нравов. Нет, мне кажется, Настя правильно сделала, что всерьез решила заниматься географией. Вы это серьезно? География не терпит дилетантства. Извините. Ой, извините. Извините, мне нужно позвонить. Идите. Спасибо. Что, хочешь погулять? Что ты, там арктический холод. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Надень теплую шапку, замотай шею шарфом и подойди к форточке. Открой ее и 10 минут подыши свежим воздухом. Только 10 минут. Договорились? Ты понял меня? Хорошо. Хорошо, пока. Пока. Легкий завтрак закрепит знания. Где можно руки вымыть? А я вам помогу. Нет! Географ сам найдет дорогу по азимуту. Прямо и налево по коридору. Скажи мне, пожалуйста, почему я последний узнаю о репетиторе? Мне казалось, что на твоем химическом факультете знания по географии не обязательны. Скажи мне всю правду. Я готова ее сейчас услышать. Правду? Хорошо, я тебе скажу правду. Ну, мам, жизнь у нас с тобой тяжелая. Ну, потому что ты все время работаешь, работаешь, мою учебу оплачиваешь. Ну вот, а мне уже во как надоело на твоей шее сидеть. Ну вот, я решила тебе жизнь облегчить. Хочу поступить в Академию по туризму. Ну а там же география нужна. Ну как же я без репетитора, мам? У тебя же в аттестате отлично по географии. Мам, даже олимпийскому чемпиону нужен тренер. Убедительно. А насколько же вы хотите меня разорить с вашим репетитором? Ни насколько. Ну то есть ты хочешь сказать, что он репетиторствует бесплатно? Да нет же, мам, ну ты не беспокойся. Я сама расплачусь. Ирина Анатольевна, я хочу просить вас... Нет! Я никогда не дам вам своего согласия. У вас в душе кран не работает. У вас есть инструменты? Инструменты? Ну, починить. А, инструменты. Вообще, вы знаете, я думаю, что каждый должен заниматься своей профессией. Слесарь срисарить, а репетитор репетировать. А, Настя, принеси мне, пожалуйста, таблетку из кухни на второй полке слева. У меня что-то голова разболелась. А вы с моей дочерью где познакомились? В интернете. У меня своя страничка. О, а давно? Какое это имеет значение? Ну, кое для кого имеет огромное значение. Запить? Я вот так однажды перепутал таблетки
и выпил снотворное. И уснул прямо на лекции. Представляете, какой праздник был для студентов. Настя, не нужно мне запить, у меня голова уже прошла. Я, наверное, слишком рано пришел. Вы еще не завтракали. Я подожду. Юрий МакГрегорович, вы тут можете попробовать вот кулебяжечку вот эту или вот эту пироженку. Спасибо, я, если честно, не успел позавтракать. Действительно, чего стесняться-то? Вы давайте садитесь, располагайтесь, будьте как дома. А вы, Ирина Анатольевна? И я. Я на диете. А мы вам столик подвинем. Спасибо. Хорошо у вас. Уютно. Елка и игрушки. А я вот не успел купить елку. Совсем заработался. А я тоже елку купила в последний момент. Вернее, Настенька купила. В такой мороз почему-то вспоминаются слова Нины Заречной из «Чеховской чайки». Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома. И у кого есть свой угол. Да. Кстати, я до сих пор не понимаю, почему Антон Павлович назвал свою пьесу комедией. Ну, представьте, Маша до умопомрачения любит Костю. Костя безумно любит Нину, а Нина любит Борю. А Боря любит ловить рыбу в озере. Я думаю, что если бы Боря безумно любил Ашу, это была бы просто примитивная драма. Да? А если бы все любили рыбу, которую Боря ловит в этом озере, была бы экологическая катастрофа. А если бы Боря любил Костю, тогда была современная пьеса. Настя! А вот мне интересно, в Генуе сейчас такая же толпа, которую писал доктор Дорн? Я думаю, что со времен Чехова ничего не изменилось. Думаете? Нужно точно знать. Ну что ж, спасибо, очень вкусно. Настя, нам пора заниматься. Нет, можно сначала посуду вымыть. Настенька, успокойся и запомни, все самое тяжелое, грубое должны делать мужчины. Я уберу. Нет, я это вам не позволю. А вообще вы правы. Прежде всего занятия. Настя, ты знаешь, твоя мама очень красивая, только... Только что? Только сердитая. И глаза у нее такие магнитные. Тоже мне репетитор. Сейчас я им, я... Прямо так смотрит... Завораживает, оторваться невозможно. Ну, конечно, она же это, победительница конкурса красоты. Среди инвалидов? Да нет, ну какой же она инвалид? Ну как, она же не может ходить. Ну, в том смысле, что, конечно, она, ну, в какой-то степени она инвалид. В том смысле, что ходить не может. А так она вполне очень даже веселая, такая подвижная, очень энергичная женщина. А что говорят врачи? Врачи говорят. Ну, что это до конца жизни. Ой. А другие так просто вот руками разводят. А я им не верю. Мне кажется,
Вот если моя мама уложила какое-то сильное потрясение на диван, то такое же сильное потрясение должно ее и поднять. Интересно. Настя, ты счастливый человек. Ой, почему это? Веришь в чудеса? Хотя когда им происходить, как не в Рождество. Так, Настя, мы в конце концов будем заниматься? Конечно, будем. Нам необходим глобус? Сейчас я его принесу. Ой! Ой! Мама! Ой. Ноги, 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 мама, что ноги! Что случилось? Что такое? Мама, что случилось? Ноги, что? Что? А где ваша коляска? Она в ремонте. Ой. У нее шарики за ролики зашли. Когда же ее починят? Не знаю, сейчас праздники, никто работать не хочет. Это ужасно. Как же вы меня напугали. Чем? Криком. Она. Ну. 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 Ну, а что же вы не занимаетесь-то? Мне бы тоже было бы очень интересно узнать про вашу географию. Хорошо. С вашего разрешения. Да. Да. Я задам несколько вопросов, чтобы понять, сколько нам вообще нужно заниматься. Итак, Настя, ответь, пожалуйста, кто открыл Америку? Какую Америку? Логично, их две. Стальное? Нет, южное и северное. Так вот, кто открыл Северную Америку? Ее открыл... Открыл... Коломбо. Коломбо? Колумбий. Нет, это что-то из таблицы Менделеева. Хорошо. Ответь мне на такой вопрос. Скажи мне, каков возраст планеты Земля? Так, за подсказку я удалю из аудитории. Послушайте, а вы сами это помните? Я не то что помню, я знаю. Ну? 4 миллиарда 500 миллионов. Отлично. Понятно? И что, это где-то можно проверить? В любой энциклопедии. А-а-а. Извините, сейчас. Я позвоню тоже. Алло? Скажи подружке, что ты никуда не пойдешь. Алло? Скажу, Настенька, дочка, ты меня кто? Слышишь? Это папа. Настенька. Секунду. Ты меня слышишь? Настя? Не слышу. Тут просто связь плохая. Я приеду. Секунду. Не отвечает. Наверное, торчит перед компьютером. Сколько раз я ему говорил? Больше 2 часов в сутки нельзя перед ним сидеть. Только он пялится на него с утра до ночи. Пап, давай не сейчас, давай в любой другой день. Я хочу сегодня, в Рождество. Пап, я тебя прошу, в любой другой день. Ну, я должен приехать, Настенька. Обязательно. Ну, папа! Ты слышишь, Настенька? Пап, придумай что-нибудь, пожалуйста. Я не знаю, ну, выручай. Ну, почему я? Ну, придумай сама. Я должна придумывать. Ну, хорошо. Я приду и что-нибудь починю. Пап, хорошо. Ладно. У нас кран в доме не работает. Оденься сантехником. Настенька, ты да? гений. Договорились? До свидания. Все, хорошо. Пока. Черт. Да я поняла, почему на Земле происходят землетрясения, наводнения, пожары и обвалы. Ну и почему? Значит так, Земле 4,5 миллиарда лет, и проживает на ней более 6 миллиардов человек. Так? Это вы сказали, да? Ну и что? Ну как что? Вот поэтому Земля и избавляется от этого хлама. Какого хлама? Бездельников и дармоедов. Послушайте, я не понимаю. Ну, как вы не понимаете? Ну, ну, ну вот послушайте, пока ты молод, здоров, у тебя есть силы напоить и накормить какое-то количество гостей, да? И ты делаешь это с радостью, у тебя полно сил, и кладовые твои полны, ведь так? Ну вот, а потом проходит какое-то время,
Ты становишься старше, ты начинаешь болеть, и силы твои иссякают, и кладовые твои пустеют, а количество гостей-то ведь не уменьшается. Понимаете? И ладно бы, если бы эти пришельцы приносили что-нибудь с собой, но ведь они приходят с пустыми руками, поедят, попьют, намусорят и уходят. И ты стараешься убрать за ними. Я почистить, сейчас. Помыть. И не успеваешь, потому что в окна и в двери в это время лезут следующие. И ты терпишь, 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 потом раз и выгоняешь всех поганой метлой. Вы гений. Да ну. Ну что вы? Просто земля, женщина. И я ее очень хорошо понимаю. Вчера тренировка была. Скажи, Сев. Да ладно с ней, с тренировкой. Ты расскажи, как все прошло. Нормально? Прошло все так, что все пропало. Как пропало? Они что, не понравились друг другу? К нам едет мой отец. Какой отец? Ну, мой отец. У тебя же нет отца. Ну, да, конечно, нет. Меня аист в капусте нашел. Ну, что ж ты мне ничего не говорил? Да я сама об этом недавно узнала. 3 недели назад. И мама тоже не знает, что я с ним общаюсь. Решил наладить взаимоотношения с семьей. С мамой решил помириться. Замучил меня совсем. Представляешь, позвонил сейчас, сказал, что через 2 часа приедет. Ну вот. А мы с тобой все продумали, рассчитали. Мой отец, твоя мама, случайное знакомство. Теперь ну, все да. Карты перепутаны. Значит, вы считаете, что Земля феминистка? Вот именно. Сколько же можно над ней издеваться? И мы, женщины, терпим, 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 а потом раз! И все. Да нет, это мы, мужчины, терпим, терпим, а потом раз и все. Что-что? Yes, 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 yes! Я знаю, как его задержать! Я лично не виноват, что вы в таком состоянии. Очень даже виноваты. Разве я сделал вас такой? М? Да. Вы. Интересно. И каким это образом? Я буду говорить только при свидетелях. Вам ясно? Мне кажется, время перерыва затянулось. Может быть, она съела что-нибудь? Моя дочь что-нибудь не ест. Ну, может, что-то случилось? С моей дочерью что-то случиться не может. Ну, может быть... С моей дочерью может быть, не может быть. Хорошо. Если можно... С моей дочерью, если можно, не можно. Да при чем тут ваша дочь? Я пойду, потороплю ее. Мою дочь не надо торопить. Но я не могу больше ждать. Как это не можете больше ждать? Ну... Черт. Все, Юни никуда от нас не уйдет. Ты что, их заперла? Лучше. Да-да-да. Ой, чувствую себя такой воровкой. К сожалению, там вашей дочери нет. Ну, значит, она в ванной. Да нет.
В ванной ее тоже нет. Откуда вы знаете? Вы знаете, у меня была неудачная попытка вымыть руки. Значит, она у себя в комнате и занимается гораздо более интересным предметом, чем ваш. Да нет, в комнате ее тоже нет. Да этого не может быть. Настя! Знаете что? До свидания. До свидания. Тогда я пойду и посмотрю сама. Да? А как это вы ее посмотрите? Вы же не умеете ходить. Да ползу. Хорошо. И знаете, и без вашей помощи. Прекрасно. Конечно. Прекрасно. Давайте, идите, иду. Идите. Идите. Да. А нет, всего ученицы хорошего. И учитель не нужен. Так вот, передайте ученице, что учитель больше не придет. Какое счастье! И можете искать себе другого репетитора. Отлично! Ученица. Да, да. И слава богу, да. И мы найдем другого репетитора. Вот и ищите. И уж не такого, как вы, с географией и демографией. Больше ошибки не совершу. Да вы их и так столько совершили, этих ошибок. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Я кое-что понял. Прекрасно. Я кое-что понял. Ишь ты, репетитор липовый. Я все понял. Липовый. Горчишный. Как только не стыдно. Как не стыдно, а? Медом меня обозвали. Я все понял. Хороша парочка, мама с дочкой. Настя! Какая же я идиотка, а? Какая же я идиотка, а? Круглая дура, 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 дура! Настя! Ну, как 3М? Что? Ну, массаж, маникюр, макияж. Оля! Ничего не говори, нет слов, я все понимаю. Все понимаю. Оля, у меня Настя сбежала. Тут нет. А там? Куда? Туда. Когда? С кем? С репетитором! Послушай. Что мне делать? К побегу готовиться заранее. А главное, с самого начала отгадал их этот коварный план. Это называется «Верь себе». Тоже мне конспирация. Они мне морочили голову 2 часа. Скажите, пожалуйста, кто открыл Америку? Не знаю. 2 часа морочили мне голову. Да-да-да-да-да. А потом слиняла Настя, а за ней ушел этот географ. Слинял. Оля, что мне делать? Готовься стать бабушкой. Не хочу бабушкой. Да он годится ей в деды. А если это любовь с дедушкой? Нет. Все, я пошла. Куда? Зачем? В милицию, в розыск. Вообще это надо. Вот с этим. Оля! Что такое? Я тебя прошу, только оставайся здесь, потому что Настя может в любую минуту вернуться и позвонить, ладно? Да. Хорошо, ладно. Хорошо. Спасибо, конечно. Ты моя настоящая подруга. Я подожду. Графиня.
Простите. Здравствуйте. Извините, я... МЧС. А что, пожар? Нет? Трубы лопнули или эвакуация? Не знаю. Я... Мне позвонили, сказали, что... Я только хотел спросить. В этом доме... В этом... Все в этом доме. А мы звоним, звоним. Никто не приходит. А что же вы стоите? Вы действуете? Да. А что делать? А вы не знаете? А вам не сказали, когда вызывали? Сказали, да. Ну, я чувствую, я не вовремя. Вы, наверное, ждете гостей? Нет. Нет, я сама гость. Здесь моя подруга живет, я к ней в гости пришла. А что вы на меня так смотрите? Простите. Как говорится, шел в комнату, попал в другую. Шутка. Простите, пожалуйста. Алло. Ир, ну, ты дошла? Не звонила, не приходила. Ну, ты дошла? До отделения милиции. Нету ни одного милиционера. Вообще ни одного. А где они все? Да не может быть. Простите, я не буду вам мешать. Я нет, там посмотрю. Ван у нас в той стороне. И там на кухне еще кран подтекает. Алло. Да это я слесарю из МЧС. Да. Не вызывала? Нет. Не спросила документы. Маньяк. Товарищ слесарь, а у вас документы есть? Есть. А где они? А зачем вы надели перчатки? А чтобы руки не испачкать. А что? Товарищ милиционер, я сидела одна. Звонок. Мужчина. Он перчатки надел, схватил меня за горло и начал душить. Потом ударил головой меня о пол. Искры из глаз посыпались, и хруст, и кровь. Я поняла. Что? Нет следов. Каких следов? Да ну не этих. Следов преступления, понимаешь? Не понимаешь? Ну где? Где? Разорванное платье? Прическа сломанная? Где? Нету. Нету. А синяк по глазам? Нос разбитый, вот такой опухший. Где? Скажи. Товарищ милиционер. Да не это. Я тебе не верю. В милиции тебе тоже не поверят. Ну а что делать-то? Что делать? Нужны следы преступления. Скажи, где орудие убийства? Да ты кричишь-то все время. Там. Рядом. Трупом. Какой удар? Точечный удар. Эй! Вы где? Ира, меня за убийство повесят или расстреляют? А-а-а. У нас нет смертной казни. Максимум дадут пожизненное. Я боюсь. Только вот так вот голову, ладно? Тоже боюсь. Оль, вот так, пожалуйста.
Только ты полегче. Да-да. Может, в плечо? Да нет же, надо сюда вот, вот так вот. Встань ровно. Угу. Давай. Не могу я. А я что, могу? Мира. Столько времени прошло, а она до сих пор все помнит. Какую страшную месть придумала-то, а? Эй! Есть кто живой в доме? Я придумала! Слушай, нам нужен третий. Мужик, понимаешь? Нам нужен мужской удар. Вот. Поэтому я думаю, что ты иди туда, вот туда, на угол. И вот, встанешь как-нибудь так. О! Вот. И будешь завлекать мужика. Зачем? Ну что, зачем, зачем? Ты будешь вот так вот стоять, он к тебе подходит и так, и вот. Ой, это я умею, ну, так, ну? Конечно. И у вас такой сначала, ну, ни к чему не обязывающий разговор идет. Да. А потом, когда он уже такой более интимный становится, в этот момент ты говоришь: ой, извините, я пошутила, ну и вообще у меня болит голова. Так я умею, я... тоже. Да. И я никакого отношения к вам не имею. И начинаешь выходить, и он. Да! Ой, Ира. Ну ладно, Уль, надо будет потерпеть, но мы добьемся результата, понимаешь? Ну давай уже. Нам нужно доказать твою невиновность, понимаешь? Иди, давай. Бери сумку и иди. Ну давай, что ты стоишь? Иду я. Ира, пойдем вместе. Да я не могу никуда идти. Ты что? Сейчас придет Настя. А если она придет раньше, чем мы избавимся от трупа? Нам нужны тяжкие телесные повреждения, понимаешь? Ну давай. На угол. И вставай вот так. Вот так. И расстегнись. Да понятно. Ну не так. Мой папа. А чего он так рано пришел-то? Откуда я-то знаю? Папа! Пап! Пап! Пап, что с тобой? Пап, тебе плохо, что ли? Плохо? Плохо, плохо. Очень плохо. Скорую вызвать? Нет, скорая не нужна. Да на душе плохо. Ну, да вон вас как избили. А кто это вас, да? Вот сразу видно, бил профессионал. Больно, пап. Попадание прямое. Я б точно умерла. Почему же она так жестоко со мной поступила-то, а? И так бесчеловечно унизила. И наняла не просто какого-то мужика с винтовкой, а фею. Фею, танцующую перед убийством клиента. Соломия. Точно. Ой, какая женщина. Пап, ты чё заговариваешься, да? Какая фея? Какая Соломия? Ну, это тёть Оля, наверное. Ах, какая женщина. Лара Крофт, точно. Расхитительница гробниц. В жизни не видал такой красоты. Ну, пап, ты тихо, ты головой, ты не тряси. А то у тебя там, может, это, мозги в сторону съехали, а? Может, наоборот. На место встали. Ну, знаешь, к врачу-то все равно сходить надо. Нет. Сейчас надо по рюмочке чайку. Пойдемте, пойдемте, пойдемте в кафешку. Чаечку выпьем. Понимаешь, ты должна быть напористее, решительнее. Представляешь, что будет, если все узнают, что графиня Ольга в тюрьме? Это же пресса, телевидение. Ты не сможешь посмотреть в глаза графине Зине. Перед тобой закроются все двери. Это же вселенская катастрофа. Давай. И раз, два, три. Ножницы. А это здесь при чем? Камень, ножницы, бумага.
Господи, иди, иди. Давай, пошли. Вот так, иди. Вперед, вперед. Давай, давай. Привет. Ты глянь, подвалила, а? Смотри, там как вот, жить? Она туда подлетела. Давай Лиша. Отсюда, вали. Молодой человек, я вам сейчас всех покажу. Вот. No comments. Ты знаешь, разбирайся во всем сама. Что она такое сказала? Где же Настя? Это вы? А чего это вы тут делаете, а? Я? Да. Загораю. А что вы здесь делаете? А вообще-то загар вам к лицу. Спасибо. Я иду к вам. Ко мне? Зачем? Туда к вам иду, я к вам. Зачем вы туда идете? Иду забрать свои вещи. Подождите, какие вещи? Какие? Что, незаметно? Ботинки, землю, то есть этот, глобус. А я вам их не отдам. То есть как вот мне их, это, не отдадите? Какое это вы имеете право мне их взять и не отдать? А зачем вам старый глобус? Новый год, новый глобус. Понятно. Хорошо, понятно. Я их сам тогда, сам возьму. Как это, пойдете и возьмете? Так возьму. Возьму, пойду, сломаю дверь в квартиру и возьму. Какое право вы имеете? Я вызову меня. Туда нельзя! Я. Почему? Туда нельзя. Я вам сейчас все расскажу. Только обещайте, что вы мне поможете, да? Ага. Я сейчас вам скажу. Всю правду, потому что я никогда не вру. А? Понимаете? Да. Я... Только никому не говорите. Я ждала свою подругу, и она ко мне пришла. И... Все понятно. Пришла замужняя подруга, они там с любовником веселятся, а вас, чтоб вы не мешали, вынесли сюда, да? На скамеечку. Понятно. Нет. Все было не так. Да нет, все было именно так. Мерзавцы. Надо же, мерзавцы. Ну надо же так издеваться над человеком в рождественскую ночь. Я передам вам вещи через Настю. Что? Она вам их привезет. Да не нужны мне теперь мои вещи. Вы что думаете, я оставлю вас здесь одну? Ну, а мерзавцы. Что? Вы посмотрите вообще. Вы посмотрите, на кого вы похожи. Я знаете, на кого вы похожи? Загораю. Загораю. Мне очень жарко. И на кого я похожа? На кого? На закоченевший труп. Да ну что вы такое говорите? Держитесь за шею. Зачем? Рукой за шею. За какую? За какую? За мою единственную шею. Ну. Понимаете, что? Я понимаю, да. Слева. Незваные гости, даю вам 10 секунд. На то, чтобы вы собрались и ушли из квартиры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас. Так, кто не успел одеться? Уйдет
натуральном виде. Так. А там? Сейчас. Ирина Анатольевна, у вас там... Там у вас... Никого нет. Успокойтесь, это все от недостатка кислорода. Вы очень мало гуляете. Боже мой, как же вы будете гулять, у вас же ножки не ходят. Послушайте, что у вас за подруга такая, шутница? Сегодня же не 1 апреля, а 6 января. Вы посмотрите, вот там никого нету. Сейчас. Ага. О. Что? Я все понял. Что вы поняли? Я понял, почему вы ушли из дома, да? Да вы все неправильно поняли. Как это неправильно? Неправильно поняли. Слушайте, там... спасибо вам за помощь. Спасибо огромное за помощь. Что? Давайте, забирайте свои вещи, берите вашу землю. Нет, даже и не думайте. Нет, я не уйду. Я вас не оставлю. Почему это? Потому что вы совершенно беззащитны. Вы одна, вы одиноки. Неправда, я не одинока, я привыкла. Нет, я не оставлю вас. Так, чтобы вы не говорили. Вы что, а вдруг вернутся эти монстры опять? Послушайте, да давайте. Уходите, я вас умоляю. Нет. Ну хорошо. Хорошо, если вы просите, я уйду. Но сначала я отнесу вас к себе в спальню. Куда? Да. Да, давайте. 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 Оп. Какая вы легкая. Боже мой, вы такой сильный. Чаю? И кофе. Нет, чаю. Мужчина, простите, пожалуйста. Да, я вас слушаю. Вы не можете ли вы мне помочь? Мужчина. Не поможете ли вы мне? Не ответите ли на один вопрос? Какой? Сколько времени? Да, конечно. Если вас не затруднит, пожалуйста, посмотрите сами. У меня руки заняты. Не затруднит. Ты кобель проклятый! Что ж ты делаешь, а? Не успел из дома выйти, уже девицу снял, да? Детьми клялся! Зайка, я тебе сейчас все объясню. Она спросила, который час. Ну, ты же видишь, у меня сумки в руках. И у нас ничего не было. Я тебя уверяю, ничего не было. Ты не так все увидела. Я вижу то, что я хотела увидеть, а? Зайка, ну, что ты делаешь? Понимаешь, Настенька, в жизни каждого человека наступает момент, когда надо принимать решение. Вот мы расстались с твоей мамой. Боже, 20 лет. 20 лет назад. Но ведь ничего путного-то в моей жизни не было после этого. Конечно, были женщины. Многие пытались со мной наладить быт. Но с каждой из них так трудно скоро становилось. Трудно. Ну, конечно, это же надо разговаривать. Это надо... А о чем разговаривать? Невезучий какой-то. Может, я... Может, я однолюб? Может.
Ведь получается, что только с твоей мамой мне было хорошо, и никого, по большому-то счету, у меня, кроме твоей мамы, и не было. Вот я, понимаешь, и решил, может, как-то попытаться все это как-то вернуть, то хорошее, что было. Я бы Булем уже давно, и мама тоже. Одна. Ну, то есть не одна, а с тобой, конечно. Ай, тут эта фея своим боксом меня как-то сразу, знаешь, переменила. Ольга, говоришь, да? Ну все. Как говорится, кесарю кесарева, а слесарю слесарева. Пока, дочка. Пока, пап. Рад знакомству. До свидания. Твоя мама его не принимает? Вообще не принимает. Трубки бросает. А пап тоже как с цепи сорвался. Давай, говорит, помири меня с мамой. Но я решила совместить полезное с неприятным. Пускай выясняет там взаимоотношения. Заодно экраны дома починит. Вот, это мой секретный чай. И не пытайтесь угадать рецепт. Не сдамся. Ну, попробуйте. Ну как? Очень вкусно. Ну что ж мы так сидим в тишине? Почему? Мы же разговариваем. Ну, может быть, музыку? Знаете, вон там можно включить, и будет музыка. Вон, ну... Это вот этот? Вот. Из него да, музыка? Да, да, да. И ручку так поверните. Так, сейчас. Сейчас, одну минуточку. Это друг дедушки. Ой, это моя любимая музыка. Скажите, Ирина Анатольевна, а туфли есть у вас? Туфли? Туфли? Да. Туфли? Да. А туфли есть, конечно. Откройте, откройте шкаф. Так. Там. Вот на почетном вот месте, да. Ага. Желтый ковер. Это сейчас. Просто как память у меня остались. Какая красота. Давайте сюда ваши ножки. Так. Ножки. Так. Так. Ой, какие холодненькие. Так. Вы знаете, чувствуешь себя прям Золушкой. Так. Разрешите пригласить вас на танец. Меня? Да. Но я... Ничего, я помогу. Давайте, держитесь за меня. Оп. Вот. Слушайте. Так. Какой вы сильный. Звонят? Звонят. Ну, а я думаю, что это чужие, потому что у Насти есть ключи. Да? Да. Значит, нас нет дома? Нет нас. Вас нет дома, то есть и все? Да. Правда, что? Значит, нас и меня нету дома. Нету дома и все? Нету дома. Вот и все. А где же мы? Где же вы? Вы ушли, мы. Я с вами пошел в кино. В кино? Ушли в кино и все. И правда, что мы ушли в кино. Подождите, а я в кино там, уже там. Ведь 100 лет не ходила. Так я тоже забыл, как это делается. Мы взяли, ушли и все. Да, да. Там. Правильно. Там. Ушли в кино и все. И все. Смотреть кино. Да. Ну так, что мы смотрим? Как? Что-нибудь. Вы думаете? Там, в джазе только девушки.
Но почему же они все время звонят, а я знаю, кто это. Кто это? Это проклятущая соседка. Ага. Она, вы знаете, ведь каждые 3 месяца приходит ко мне и звонит. Она кошатница. Она котят разводит. И вот она приходит и говорит: Ирина Анатольевна, возьмите котенка. А я говорю: ну что вы, у меня дочка есть. У меня, в общем, есть чем заниматься. Она говорит: ну, тогда кошечку возьмите. Да-да. Вы просто любите животных. Да нет. Почему же? Тарам-там. Я люблю животных, но в телевизоре люблю их. Вот когда в телевизоре. Ну, там, прихожу я к друзьям, там, вот, география что-то, планета Гео. И там показывают этих животных, вот когда они маленькие, такие пушистенькие, прелесть просто. А потом, вы знаете, ой, они вырастают и превращаются вот в этих вот, спасибо большое, чудища. И была бы моя воля, я бы кастрировала всех прямо в детстве. Вот, и тогда бы меньше всех маньяков было, которые домофоны ломают, и вообще всех маньяков меньше было бы. На что это вы намекаете? Спасибо, я уже не кашляю. Я не намекаю, а мне кажется, говорю прямо. Да и вам-то меня не понять, потому что у вас нет дочки. А вы не представляете, что это такое, когда она уходит куда-нибудь, а ты ее ждешь. Ну почему же я не представляю? Да не представляете, потому что ты в эти минуты не то что есть, пить, ты дышать не можешь. И все, волнуешься, ждешь и думаешь, ну когда она придет? Потому что вдруг ей встретиться вот такой какой-нибудь. Угу, какой-нибудь. Ага, понятно. А что это вы обобщаете? Я? Каким-нибудь. Кто это какой-нибудь у вас? Кто я это? Я вовсе даже не обобщаю. Угу. Я конкретизирую, да. Конкретизируйте? Да, угу. Ну... Вы знаете? При чем здесь? Конкретизируйте. У меня тоже свой сын есть, замечательный парень. Конкретизируйте вы. Так вот, я тоже конкретизирую. Придет какая-нибудь такая, какая-нибудь такая. Войдет в дом и начнет, как змея, с утра до ночи кусать, шипеть, пилить, а я зудеть. Сюда... Подождите, я не совсем поняла. И на что это вы намекаете-то? Я не намекаю, я конкретизирую. Вот и То есть вы хотите сказать, что у вас... Что? Что у вас уже была такая одна змея? Может быть, и была, может быть, и была. А вот вы не имеете права... Она такая заползла к вам. Судить, да? Судите человеке. И укусила. Да, так вам и надо. Судите человеке, не зная его. Я не имею права. Потанцевали, и уже можно судить. Нет, еще судить нельзя. Так значит, было за что? Раз так укусили, да? Вот так вот, уже за что? А если я вас... Я оставляю вам мой чай. Нет, хорошо. Подождите. Все, спасибо, я пора. Я что хотела сказать, подождите. Мне пора, спасибо. Ну и уходите. Спасибо большое, я уйду. Только скажите мне, пожалуйста, где мои, эти, ботинки? Откуда же я знаю, где ваши ботинки? А кто же знает, если не вы? А я-то откуда могу знать, где ваши ботинки? Кто их взял, мои ботинки? Кто? Ну я их точно не брала, ваши ботинки. Да, значит, взяла ваша подружка с любовником. Залезли в мои ботинки вдвоем и ушли. А моей подружке с моим любовником? Да. С ее любовником? Да. Зачем нужны ваши ботинки? Вот как говорится, с кем повезешься. Да, какая подружка, такая хозяюшка. Ах так! Да, я так. Вас не знала, не знаю, да. И знать не желаю. А уж я-то как хотел забирайте вас узнать. Забирайте свою землю, да, и уходите. Да. Землю я заберу. Уходите. Всего хорошего. Я кое-что понял, между прочим. Да, вот это я кое-что понял. Убирайтесь, я уберу. Быстрее, давайте. Хорошая семейка, змея, маньяк-репетитор. Какая же я дура. Папа, подождите. Там, тара-там, там, та-ти-там. Какая же я дура! Ну почему ты такая идиотка? Ладно, посмотрю. Оля? Ира, ой. Звони в милицию. Повреждения не
тяжкие, точно телесные. Олюшка, перекись водорода же нужна. Успокойся. Оль, трупа нет. Как нет? Сева. О, привет. Ты куришь? Нет, это... Ты... Папа... Ты куришь? Это... Ты не так понял. Как ты? Ты вообще... Ты что тут делаешь, а? Пап, ты не ругайся, понимаешь? Как не... Это мы с Настей устроили вашу встречу. Все. Какая Настя? Какую встречу? С кем? Ну, с кем? С Настиной, мамой, вот. С мамой? А, и ты здесь. А зачем? Ну, мы думали, что вы познакомитесь, поговорите. И что? Ну, она все время работает. Ну, нелюдимая какая. Да, ну и ты все время работаешь. Ну, не дело, пап. Послушайте, какое вы имеете право распоряжаться жизнью взрослых людей? А мама, она знает о вашей затее? Нет. Ну, если бы знала, то она бы меня, повесила. Повесила? Да. Как тебе не стыдно? Как ты могла ее вообще оставить там? Как ты могла оставить ее там одну, а? Беспомощную. Она же даже с кресла встать не может. Так, а что с ней случилось? Что случилось? Вот, она над инвалидом издевается. Молодежь пошла. Сева, я прошу тебя больше не общаться с этой бездушной, бессердечной особой. Да кто инвалид-то? Кто-кто? Ирина Анатольевна инвалид. Она вся такая нежная, такая хрупкая. А ты? Ты посмотри, какая ты... Так, Настя, подожди. 2 дня назад твоя мама ходила и... Да. Как ходила? Ну как? На костылях она ходила? Да, на вот таких вот каблуках, я сам видел. Ну ты же мне показывала. Или, может, это не твоя мама, не знаю. Как на каблуках? Подожди, как на каблуках? Я ничего не понимаю. Пап, подожди, сиди. Я тебе попытаюсь все объяснить. Подожди, значит... Ты что, хочешь сказать, что она здорова? Да. Ну, и географию я тоже знаю. И кто Америку открыл, тоже знаю. И сколько вот людей на планете живет, тоже знаю. Ах так. Понятно. Так, спасибо за информацию. Мне пора, я... А что же я сижу-то? Мне же надо действовать! Нет, вы сидите здесь, вы остаетесь здесь. Время еще детское, вы посидите здесь, нечего там по улицам шастать. Ну а чего сидеть без денег, пап? А, без денег? Так, без денег, понятно, без денег. Вот, держите, тут хватит и на ананасы, и на шампанское. Так, значит так, Сева, проводишь Настю потом домой, а ты позвони маме, предупреди, чтобы она не волновалась. Хорошо? Хорошо. Так, а мне надо здесь... Так, между прочим, кто-то своровал мои ботинки. Кстати. Да. Кстати. Мы их нашли. Нашли? Для вас. Спасибо большое. И чтобы мне не курить, понятно? Угу. Не курить. Вперед, пап. Мне не везет катастрофически. Да ну ладно как тебе. Как слепой скрипач. Да перестань. Ну в беспроигрышной лотерее я проигрываю. В беспроигрышной. Провери на жизнь уже. Кто проигрывает, так это я. Ну а что, нет? Как сбежала тогда почти из-под венца, так у меня вся жизнь наперекосяк косяк. Сев, ты чё, околел? Я думаю. Чё думаешь, философ? О тебе, о нас. А чё думать-то? Целоваться надо. Насть, ну...
Ну что, ну... Ну что, я тебя должна все время, ну это, растормашивать. А, ты лучше скажи мне, как его найти? О, кого? Спасателя. Ну что, ну... Ну, хорошо. Но, честно говоря, я вообще не понимаю, зачем тебе, графине, нужен какой-то спасатель. Я, между прочим, очень горжусь, что моя подруга графиня. Слушай, тут уж не до выбора, а? Да ты что, ты себя не ценишь. А потом, знаешь... Что спасатель? И что? Хоть сантехник, как и графиня. Ты Ира. Себя не ценишь. Ну, какая я? Ну, графиня, сейчас поцарапанная немножко, но это же пройдет. Да ладно, что народ-то веселит? Была просто девушка русская народная. И тут вдруг стала дворянка. Ну, чего? Ну, просто хотелось, понимаешь... Бал. Ага. Золушка. Получается, что ты не собираешься идти... Туда? На бал? Ты не хочешь принимать участие в благотворительности? Ну, так получается. Ну, как получается? Так. Ну, понимаешь, я ведь не графиня, я не княгиня, но я считаю, что тебе необходимо идти на бал и принять участие в этой благотворительности. В конце концов, там не обязательно танцевать. Да, точно. Знаешь, что я сейчас хочу сделать тебе подарок? Мне не надо подарков, Оль, никаких. Я решила, я все обдумала. Откинься. Оль, да ты что? Ира. Чего? Бери. Я тебе дарю. Ну да, ты сегодня вообще какой-то очень даже серьезный. Ну правда, это очень серьезно. Только ты сразу не отвечай. Ну, как это делается-то? Ты знаешь, я такой человек, мне очень сложно сосредоточиться. Ну, что-то как маленький, ну и бог, ну. Подожди, пожалуйста. Не смотри на меня так. Ну, я не могу, когда ты так смотришь. Пожалуйста. Ну, ладно. Настя, в общем... В общем, выходи за меня замуж. Воденек. Мам, ты дома? А я у Маринки была, конспекты читала. Ты где? Мам! Мама! Мам! Да ты же у меня богиня! А это что, то же самое платье? Мам, ты у меня прям какая-то... Прям мисс планета какая-то. Чё ты на меня так смотришь? А почему ты ушла и ничего не сказала? Прямо посреди урока. Ты же знаешь, я волновалась. Даже как-то перед Юнием неудобно. Мам, скажи, а вот тебе вот Юний, он хоть как-то понравился вообще? Главное, чтобы он нравился тебе. Мне? А мне он вообще очень нравится. Он такой добрый, такой заботливый, умный. Он и как отец родной, мам, понимаешь? Он как бы даже лучше, чем отец. Такой надежный, понимаешь? Нет? Но он же женат. А кто тебе сказал? Но у него же есть сын. Мам, то, что у него есть сын, это еще не говорит о том, что у него есть жена. Вот. Давным-давно, когда Юни был еще совсем аспирантом, он встретился с одной студенткой. Студентка взяла и охомутала его. И он стал воспитывать ее сына, как своего родного, и любил его. Эта студентка взяла и сбежала от него.
сентиментальная история. Значит, своим детям он будет хорошим отцом. Да уж, я в этом не сомневаюсь. Ну и вообще, главное, чтобы он нравился тебе. Почему это мне? Ну как, он же твой бойфренд? Что? Кто? Юни? Юни мой бойфренд? А что, разве это не так? Мам, по-моему, ты каких-то фильмов ужасов вообще насмотрелась. Мам, слушай, понимаешь, мне вот тебе кое-что надо сказать. Ну, говори. Ну, ты только не волнуйся, хорошо? Ну, говори, какой у тебя срок? Чего? Ну, какой у тебя срок беременности? Какой беременности? Ну, ты что, разве не об этом меня хотела спросить? Я не беременна, понимаешь, не беременна. Правда? Ну да. Девочка моя, правда? Правда. Боже мой. Это значит, что Юний не липовый репетитор? Ну, конечно, не липовый. А вообще это проблема значит... в том, что он самый лучший репетитор, понимаешь? Вот и вообще все те, кто у него учится, попадают в академию сразу. А это значит... И делают вообще хорошую профессию себе. Что он к нам никогда не придет. Почему это не придет? Он... к нам никогда не придет, потому что я его обидела. Мама, и назвала знаешь, его вообще я липовым. Тебе о другом хотела сказать. Я... Мам, все, сиди. Тихонько сиди, я сама открою, хорошо? Кто там? Маньяк-репетитор. Добро пожаловать. Мама дома? Дома, дома. А? Мам, ты так не волнуйся, тут к тебе пришли. Вы? Это вы? Вы? Не может быть. Вы такая. Я все понял. Я возьму вас с собой. Куда с собой? Да, с собой. Снег скрипит под ногами. Мороз трещит, как бешеная собака. У меня в душе букет сирени. Я хочу сорвать этот букет и подарить вам. Но у меня много работы. Ну при чем здесь работа? Какая работа? При чем здесь работа? Всю работу не переработаешь, всех неучи не перенаучишь. Я умоляю вас. Но я не могу. Иди. И не надо. Я буду носить вас на руках. Я доверяю вам свою маму. Спасибо большое. С наступающим! Добрый вечер, Зинаида Ростиславовна. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел извиниться, хотел сказать, что я... Ну, так получилось, что я, скорее всего... Князь, познакомьтесь. Моя подруга, графиня Ольга. Добрый вечер. Добрый вечер. Князь? Я думала, что вас убило. Да. Вы не убили меня, нет. Ранили в самое сердце. В тот момент, когда я увидел вас, открылась дверь, я увидел фею из волшебной сказки. Не знаете, куда мусор выбросить? Это не мусор, это именные билеты. На танцы со мной, они уже выкуплены. Кем? Графини Зины, что вы на меня так смотрите? Она это сделала для вас. Боже мой, какая прекрасная, благородная женщина. Только я хотел сказать, что я пришел-то, чтобы извиниться перед Зиной и сказать, что я не пойду на бал.
Из-за этого, да? Нет, не из-за этого. Можно? Знаете что? А давайте потанцуем. Где? Здесь. Я же не могу пойти на бал без моей дамы. Здесь. Юний, вы живы? Вы живые? О, живые. Ты живой? А вы? Да, мы тоже. А... Я тоже, ага. Тоже живая. Просто голову чуть-чуть ударил опять. А что ты так на меня смотришь? Ноги. Что ноги? Они же ходят. Ну да. Можем кататься на лыжах? А? Нет, уж лучше на санках. Да, у нас это лучше получается. Давайте скорее вставайте, а ой, то вы простудитесь. Я не могу. Что? Мне кажется, нога вывихнута. Боже мой, какая? Где? Здесь? Правая. А, да. Надо в травмпункт. Нет, нет, ничего, я сам. Давайте, папа, я вам помогу. Я сам справлюсь, не надо. Бросьте меня, давайте, Ира. Давайте. Бросьте меня. Давайте. Я тяжелый. Ничего. Я тяжелый. 20 лет. Дочь одной. Поднимать было тяжелее. Ой. Давай. Ну. Я скажу, что женюсь. На графине Зине? Нет. На графине Ольге. Спасибо. Спасибо. Все, я встала. Давайте. Спасибо. Спасибо. Нога-то. Все нормально? Да. Все. Очень меня интересует. Как же вы, ты в тапку столько времени проходил и не замерз? А я сел на кольцевую и меня там прямо как осенило. Катался и меня осенило. Я достал блокнот и начал писать диссертацию на тему «Феминистическая сущность планеты Земля». Это что, Земле 5 миллиардов лет, да? Да. То, что я же 6 миллиардов человек живет. Да. Ну, написал? Нет. То есть написал, но не все, только первую главу. Потому что у меня было мало времени. Только первую главу. А хочешь, я тебе покажу памятник? Да. Самый чудесный памятник в этом городе. Нравится такая идея? Нравится, нравится. Мне все нравится. Идем. Я тоже в юности сочинял песни. Да. Знаешь, мне очень хочется спеть для тебя. Что ж тебе мешает?
Нога болит. Ты ногами поешь? Держи. Здрасте, ребят. Разрешите гитару на 2 минутки, а? На. Спасибо. Сейчас. Сейчас. Бросим! В предчувствии снега сады задремали под вялыми листьями. В предчувствии снега луч солнца прощальный блеснул и погас. А мы с опозданием с тобой открывали забытые истины, как будто не знали, что все эти тайны открыты до нас. А мы с опозданием с тобой открывали забытые истины, как будто не знали, что все эти тайны открыты до нас. В предчувствии грусти наш путь через полночь туманами выстелен. В предчувствии грусти все точки расставить давно бы пора. И, может, напрасно зовем мы на помощь забытые истины, ведь нет у любви ни законов, ни правил любой. Сева, ну посмотри, ну как ты надел шарф? У тебя вся шея голая. Ну, пап, ну! Настя, а почему ты не занимаешься? Ну, мам! У тебя завтра экзамен, а ты не готовишься. Это Сева, мой сын. Мой отец. В предчувствии снега сады задремали под вялыми листьями. В предчувствии снега луч солнца прощальный блеснул и погас. А мы с опозданием с тобой открывали забытые истины, как будто не знали, что все эти тайны открыты до нас. А мы с опозданием с тобой открывали забытые истины, как будто не знали, что все эти тайны открыты до нас. В предчувствии грусти наш путь через полночь туманами выстелен. В предчувствии грусти все точки расставить давно бы пора. И, может, напрасно зовем мы на помощь забытые истины, ведь нет у любви ни законов, ни правил, любовь не игра. И, может, напрасно зовем мы на помощь забытые истины, ведь нет у любви ни законов, ни правил, любовь не игра. А может, не стоит нам думать о снеге за зимами быстрыми. Горячее солнце вновь землю согреет, пройдет без следа. А может, не стоит нам думать о грусти, мы поняли истину, чтоб солнца дождаться, нам надо с тобою прожить холода. А может, не стоит нам думать о грусти, мы поняли истину, чтоб солнца дождаться, нам надо с тобою прожить холода.